Друзья мои, смирение – это не всепрощение. Ну, безусловно. Однако надо для себя решить, чего вы хотите в жизни. Если вы хотите быть постоянно под гнетом чьих-то желаний и требований, ну, наверное, значит, так и должно быть. Я ведь не навязываю ничего своих каких-то мнений. Я просто-напросто, как в зеркале, показываю, как бы я сделал в данной ситуации. Иногда нужно для себя решить, что для вас важнее. Честь, достоинство, совесть, гордость или ваша жизнь. Ну, выбор всегда стоит. Вы знаете, очень интересно, что основной закон капитализма – никто ни при каких условиях не может купить тот или иной товар и принять ту или иную услугу. У каждого есть хотелки. Каждый считает, что он что-то может. Все важные, все крутые. Поэтому матрица предоставляет нам возможность принятия решений. Карма – это действие. Вы хотите, другие тоже что-то хотят. При любом положении дел, так или иначе, кто-то проигрывает. В любом случае. Вот два простых примера в России. Боец ММА убил чемпиона мира по пауэрлифтингу. Ну, не смирился, что его оскорбили. Ну и что в результате? Беда. И вот получается примерно следующее. Если вы хотите смирения во внешнем мире, пожалуйста, это ваше право. Но во внутреннем своем мире вы не можете смиряться. Вы должны заставить сам себя принять какое-то определенное решение. Если вы не видите возможности решить этот вопрос смирением, тогда его надо, конечно, действием. Меня всегда поражало, как это происходит. Кто-то на джипе убил ребенка. Ну хорошо, родственники живут через дом от убийц. И они решают этот вопрос через суд. Естественно, тот, который на джипе, он богаче, он покупает просто-напросто, да, судью. И что мы имеем в сухом остатке? Решение на стороне, конечно, богатого, который убил. Принятие вашего решения, да, предположим, в данной ситуации. Ну, я не знаю, это каждый решает сам для себя. Если у вас куча зацепок, конечно, вы не решите этот вопрос. Но если вы поняли, что ваша жизнь на земле – это не самое важное для вас, а для вас самое важное – это ваша честь, ваше достоинство, то я думаю, вы найдете правильный выход из данной ситуации. Потому что в любом другом случае ваша несчастная душа никаким образом не нужна абсолюту. Вы должны дальше горбатить на этой земле для того, чтобы вы становились все более сильным, сильным, сильным духовно. Принимайте решение каждый сам за себя. Что важнее, смирение или все-таки какое-то определенное действие? В этом вопросе каждый сам себе судья. На сегодня все.